Bonjour à tous! Сегодня у нас очень необычный рецепт. Он состоит из двух самостоятельных частей, а в результате мы получим нежный, воздушный и почти полезный десерт. На родине во Франции его называют плавающим островом или яйцами в снегу. И слова эти абсолютно взаимозаменяемы. Итак, Il Flottant. Для десерта понадобится стручок ванили, стакан молока, 3 желтка, 40 граммов сахара и щепотка соли. Белки трех яиц нужно взвесить и подготовить для них в 2 раза больше сахара. Для заварного крема доведите молоко с ванилью, сахаром и солью почти до кипения. Желтки хорошо перемешайте. Влейте часть горячего молока к желткам, постоянно мешая. Затем верните смесь в сотейник с молоком и, постоянно мешая, доведите крем до загустения. Готовый крем перелейте в холодную миску и полностью охладите. Не путайте ваниль и ванилин. Ваниль – это высушенные ферментированные коробочки лиан, растущих вдоль экватора. Их продают целиком в виде паст, экстрактов или семян. Ванилин – это 4-гидрокси-3-метоксибензальдегид, продукт химического синтеза. У него приятный аромат, но горький вкус, поэтому не используйте его много. Для ароматизации блюд применяйте также бадьян, кардамон или бобы тонко. Когда крем англес почти остыл, можно переходить ко второй части – французской меренге. Для этого нам понадобится миксер с насадкой венчик, 1 часть белка и 2 части сахара. Белки нужно взбить до пышной пены, а потом частями добавить туда сахар. Чтобы сделать меренгу более стабильной, в самом начале взбивания можно добавить немножко лимонной кислоты или крема тартар. Белки взбиты до жестких пиков, наша меренга почти готова. Сейчас нам понадобится сотейник с кипящей водой, но сначала нужно подготовить формы, в которых мы подадим десерт. Я сделаю это в винном бокале и на тарелке. Пока вода в сотейнике закипает, разливаем крем по формам. С помощью 2 столовых ложек формируем из меренги кнели, отвариваем ее в кипящей подслащенной воде пару минут с каждой стороны. Готовую кнель аккуратно вылавливаем вилкой, слегка подсушиваем на салфетке и перекладываем на наш десерт. Украсьте десерт карамелью или нугатином или обожгите его газовой горелкой. Приятного аппетита! Бон аппетит!